центре мы узнали из Ютуба. Тогда, когда в момент отчаяния искала информацию о том, как можно победить аутизм, и просто ввела в поисковик «аутизм излечим». Вышла информация, отзыв Валентины о лечении ее сына, об эффективном лечении. И тогда появилась надежда, зажглась искра, захотелось попробовать, почему бы и нет. В тот момент хваталась за любую соломинку. Когда мы приехали в центр, эмоции переполняли меня, я обняла Давида, я почувствовала, как будто я приехала домой. И меня вот тогда эмоционально меня отпустило. Я расслабилась. До этого мы общались с Давидом полгода, и ребенок уже показывал эффективность лечения. То есть он уже отзывался, видно, что это был его метод, его доктор. Поэтому я летела с надеждой, что мы вернемся здоровыми оттуда. Ну, в принципе, так и произошло. Нет, он не сопротивлялся. Давиду каким-то образом удалось сразу войти с ним в контакт, хотя ребенок был не совсем контактный. То есть надо было очень постараться, чтобы привлечь его внимание. И Давиду это удалось с первого раза. Я никогда не видела, чтобы он так внимательно созерцал, смотрел на человека, который с ним разговаривает. То есть внимание, контакт был 100%-ный. Давиду, ну, это чудо. Впервые упоминание слова «аутизм» было в 2 года, когда мне тогда казалось, что что-то с ребенком не так. Я была единственная, кто замечал в нем странное поведение. И мы тогда съездили к неврологу, который сказал, да, есть аутичные черты, будем наблюдать. Потом впоследствии в 3 года это уже стало более четко, диагноз подтвердился, у нас был ЗПРР с аутичными чертами. А далее мы уже стали его исследовать, уже в областной центр поехали, даже государственный центр. В столице у нас материнство и детство находится, где нам был поставлен диагноз аутизм. Врачи советовали медикаментозное лечение, наблюдение, работа с логопедом, работа с психологом. И наблюдение. Ну, ничего такого, чтобы действительно бы решило проблему, нет, не было. То есть это была более диагностическая программа, нежели лечебная. Работали с логопедом, но отклика не было на тот момент, я не видела. Даже вот специалисты, психолог, логопед, они сказали, зачем вы его привели, он у вас не говорящий. И мы, пока он не начнет разговаривать, мы ничем помочь не можем. То есть очень, очень сухо, очень категорично, даже попыток не было. Это каждый раз было для меня потрясение. Где-то теплилась надежда, но вот мама слышит, мама цепляется за соломинку. Ну, каждый раз нет, нет, готовьтесь, смиритесь, это диагноз на всю жизнь. Он даже не смотрел в глаза, то есть он был необучаем. Я пыталась брать книгу, он ее швырял, он не шел со мной на контакт, он не отзывался на имя, не показывал пальцем. У него были постоянно повторяющиеся действия, он бегал по кругу, были бесконечные истерики. Он был необучаем. То есть все, что я пыталась ему дать, я же видела, что контакта с ребенком нет. Не было никак не воспринималось никак. Соседи как-то никак. У нас двор тихий, где в основном пожилые люди. Мои родители не видели ничего, мой супруг не видел ничего. Все считали, что это перерастет, что это мальчик, что это такой характер. Ну, не знаю, материнское сердце чувствовало, что здесь что-то есть. Здесь что-то больше. Тем более, когда врачи об этом говорят, специалисты, уже сложно не поверить. Потом уже впоследствии, когда я приводила других детей, говорила, смотрите, вот этот ребенок себя ведет так, а этот ребенок мой, который такого же возраста, почему он не такой, почему с ним что-то не так, посмотрите. И тогда уже стали люди соглашаться, да, действительно, что-то есть. У нас как бы очень далеко в Казахстане от этого, видимо, это слишком редко происходит. Или люди недостаточно начитанные, недостаточно интересуются тем, что происходит вокруг, в частности, тем, что происходит с детьми. Я сама была такая до определенного момента, пока не столкнулась с диагнозом. То есть для меня было все равно, что там происходит. Сейчас как бы я в этой теме, я уже знаю, я уже вижу детей, у которых есть проблемы. Я кидалась сразу во все тяжкие. Я пробовала медикаментозное лечение, я практически, можно сказать, была готова попробовать томатис, но благо я узнала Давида и решила отказаться от этой идеи, потому что это не совсем правильное решение в тот момент было для него. У него была IP-активность, и это могло принести ребенку больше вред. До этого это было бесплатно, и
я тогда, на тот момент, я ничего не теряла, кроме своего времени. То есть попытка, не пытка. Для меня тогда это было основное вот мое представление ситуации, что почему не попробовать, надо пробовать все. А когда уже я видела, что ребенок откликается, тогда я действительно задумалась о лечении. Мы тогда уже задумывались серьезно с родителями, с моими. Они мне очень в этом сильно помогли, что надо ехать действительно, что несмотря никакие деньги не стоят здоровья ребенка. Да, он у меня стал разговаривать, некоторые вещи стал произносить. Это была такая интересная история. Вместе с Давидом мы оказались в магазине. Ребенок не говорящий, ребенок постоянно истерящий, скажем. И Мирону тогда понравилась машинка. Он ее стал смотреть, крутить в руках. Давид предложил купить эту машинку. И Мирон очень ее захотел, стал ее как бы забирать у Давида. Он говорит, я тебе ее куплю, только ты скажешь мне спасибо. То есть моя реакция была, ну как, Давид, что ты хочешь от неговорящего ребенка? Да? И мой сын с истерикой стал произносить вот это вот, после некоторых попыток, спа-си-бо, по слогам. То есть он в итоге сказал спасибо по слогам. Для меня это был шок, это просто кричащий ребенок, все смотрят на нас в центре торгового зала, и такое ощущение, что просто... Мне было очень стыдно, но внутри у меня просто такое счастье было, что он у меня произносит что-то. А в первый раз мы ехали, конечно, я не знала, насколько глубоко его состояние, и на тот момент моя цель была поправить ситуацию с речью. Мирошка, веди себя, пожалуйста, прилично. Сын, сын, ты должен немножко посидеть. Просто послушай меня, подумай о чем-нибудь хорошем, ладно? На момент нашего приезда моя цель была проработать речь, чтобы ребенок заговорил. Это была моя основная цель. Но как оказалось, что проблема была гораздо глубже. Проблема была в его развитии. То есть он был не готов ментально разговаривать. Приехали сюда, он начал разговаривать потихонечку, начал больше обращать на меня внимание. У нас появился контакт, мы подружились с ребенком. И это было то, когда... Ну, когда мать уже начинает чувствовать, что он хочет. Я его начала чувствовать. И он стал отвлекаться на мое поведение, на мои какие-то эмоции. Он видеть стал мои эмоции, замечать их. Тогда это для меня был прогресс, это был толчок. Мы приехали, мы вернулись, мы стали работать с логопедом. Это была трехлетняя работа. Буквально недавно, весной, логопед сказал, что я больше не могу вам ничем помочь. То есть ваша речь выровнялась, вы нормотипичный, зачем вам моя помощь? Просто я дала все, что могла. Это высокий специалист высокого уровня, которая работала прежде с детьми-аутистами. То есть она знала, о чем она говорит, она видела проблему. Она сказала, что мы можем быть свободными. Мы вернулись для того, чтобы, во-первых, сказать спасибо, просто еще раз увидеть этих людей, увидеть этот волшебный центр, потому что когда мы были 4 года назад, центра еще не было, прием был в другом месте, а сейчас это уже современный, большой, светлый, волшебный центр. Это приятно. И у нас есть небольшая проблема с сердцем. Давид предложил свою помощь, я не смогла отказаться от такой помощи, потому что... Опять же, ребенку запрещают заниматься физическим развитием, запрещают какие-то эмоции. Я все-таки я уверена в помощи Давида. Я знаю, что я не хочу с этим смириться. Я знаю, что он поможет, поэтому я здесь. И я уже увидела первые результаты, потому что с помощью специалистов центра удалось определить проблему, откуда она произошла и как с ней бороться. То есть это совсем не то лечение, которое предложили у нас на родине в Казахстане. Это вообще не про медикаментозное лечение. Это совсем другое. То есть диагноз совсем другой. Я вспомнила, что буквально вчера мы были на приеме у... Нет, во вторник это было. Во вторник мы были на приеме у доктора Аркадия. И он сделал одну очень чудесную штуку. Он просто, когда слушал, инструментально слушал сердцебиение сына, нажал на одну точку пальцем, и аритмия прекратилась. То есть он даже пригласил доктора Риму, говорит, ты слышишь сейчас аритмию? Он говорит, да, я слышу. Сядь, пожалуйста, правильно. А после того, как он нажал на точку на груди, говорит, а сейчас ты слышишь? Он говорит, нет.
То есть я сама это, конечно, не слышала, потому что я не могу определять тоны сердца. Для меня я далека от этого. Но судя по глазам доктора Римма, действительно, это было действительно так. Это, для меня это было чудо. У меня просто отвисла челюсть. Думаю, как так? То есть там лечат медикаментозно, таблетками, а здесь просто нажатием на какую-то точку это возможно, этого возможно добиться. То есть и массажами это возможно добиться. Как? Для меня до сих пор остается загадкой. Ну, если говорить о впечатлениях в городе в общем, то первый раз, когда я была здесь, мне было очень сложно заметить эту красоту. Внутри, когда вот все горит, все болит, и не знаешь просто, не знаешь, что тебя ждет на тот момент. Конечно, я надеялась, но результата на тот момент большого не было еще. Такого результата пока что я ожидала его. А в этот раз, уже получив результат, я как бы успокоилась душевно, и я стала замечать красоту вокруг себя. Мы сейчас вот насколько ходим, я спокойно, я все это вижу, все созерцаю, всю эту святость, эту энергетику места. Просто меня переполняют каждый раз эмоции. Я благодарна Богу, что я снова здесь, я могу ощутить это, насладиться этим. И это все равно питает меня изнутри энергетически. Я благодарна вам и этому месту, и специалистам центра. Сверху вниз. Значит, одна рука идет. Какова у тебя идет? Смотри. Одна рука идет, например, вот так вот. И давай придумаем по-другому. Вот. Ручки вот так поставь. И потом вот так вот их пускаешь. Делаешь вдох. Да, вот так вот, да. Да. Как приятно. Вот так вот подойдет? Да. А когда вот так вот? Давайте сделаем. Да. Вот такая вот. Это называется аллигатор. Да, не аллигатор. Активатор. Сам сможешь? Да, двумя руками. Тебе надо двумя руками. Сильнее, сильнее, сильнее. Да. Активируется, ну, это хиропракторский инструмент, вот шлома вот такой вот использует. Американский хиропрактор это использует. Называется активатор. Активатор. Используется для активации нервов. Которые, нет, смотри, из позвоночника выходит нерв между позвонками, вот, то есть нервы, которые управляют всеми органами тела, они выходят, идут, проходят через шею, там, через спинной мозг и расходятся вот так. То, о чем мы говорили. Сердце. Это вот здесь. Это что позвонок. Желудок. Особенно такие вот моменты. Необычные. Это наш второй приезд в центр Бер Давид. Мы находимся здесь с 11 июля. И 11 августа мы собираемся домой. Что можно сказать о нашем приезде? Снова масса положительных эмоций, много результатов. Сюда приезжали мы с разбитым сердцем, если сказать честно, с проблемами с сердцем. Что, по результату, в конце лечения у нас ушла полностью аритмия, сократились эпизоды экстрасистолии, ребенок стал более взрослым, более осознанным, более самостоятельным. Это все произошло за месяц. По себе могу сказать тоже, много изменений. Сюда приехала с мышечной усталостью, с мышечной болью, с депрессией, с отравлением, медицинскими препаратами. Здесь меня снова подчинили, восстановили, привели в чувство. Вдохнули новую жизнь. И интересный случай произошел со мной на днях. После выходных все врачи, специалисты заметили, что у меня... В плохом состоянии стали почки. Почки я мало пила из-за жары, много гуляли и мало пила. И в результате все специалисты заметили сразу, что... Хотя я им ничего не говорила. Не сговариваюсь. Не сговариваюсь абсолютно.
они в один голос сказали, что есть проблемы с почками, что ты делал на выходных. То есть это просто люди-сканеры, которые смогли определить проблему просто по моему внешнему виду, по моему состоянию. Общие впечатления от центра удивили, порадовали. Мы здесь впервые в этом центре. И он светлый, он наполняет чувством, он наполнен детской радостью, эмоциями. Сюда люди приходят с открытым сердцем, они здесь отдыхают. Что я от них слышу? Как здесь здорово, как здесь легко. Мы очень рады, что мы снова сюда приехали. И надеюсь, что просто в следующий раз вернемся в гости. Сюда хочется возвращаться, на самом деле. Ну, наверное, просто отдохнул. Отвлекся от своей повседневной жизни. Давайте спросим его, что с тобой случилось? Что изменилось за это время? Ну, все классно изменилось. Вот, ты изменился как-то? Да. А в какую сторону? Вот, что другие люди говорят для этого тебя? Что в тебе изменилось? Все изменилось, да. Но все это не... Что тебе говорят твои бабушка с дедушкой? Какой ты стал? Внуком. Внуком? Внуком ты был. Ты стал более взрослым. Я стал более взрослым. Ну, так не пойдет. Более осознанно. А на сколько лет ты стал более месяц, ты стал более взрослым, на твой взгляд? Ты не думал об этом, не оценивал? Потом и потом. А что тебе понравилось? Ну, мне понравилось море Израиля. И зоопарк, который я ходил. И все красное понравилось. А здесь тебе понравилось? Да. Что тебе здесь в центре понравилось больше всего? Больше всего игровая комната. Музыкальная, да. Она же музыкальный кабинет, а она же игровая комната. А во что ты там играл, что ты там делал в игровой комнате? Ну, просто с Никитой играл. Все. У тебя, то есть, друзья здесь образовались? Ну, да, Никита. Я с ней дружу, Никита. Расскажи, как ты играл на музыкальных инструментах. Кто приезжал? Когда приезжал Камиль Чилаев, ребенок не отходил от него совершенно. Он много раз, я заставала их, когда они сидели и вместе музицировали с таким серьезным видом. Сын был очень увлечен музыкой, хотя раньше я за ним это не замечала. Дома любые инструменты он просто отбрасывает и не интересуется. Здесь они играли в оркестре. Это было классно играть. Время здесь пролетело. Не чувствовалось абсолютно, как оно идет. Еще первая неделя, когда было много эмоций, много событий, казалось, что еще впереди целый месяц. А тут раз, и уже осталось несколько дней. Просто мгновение. Мы посмотрели несколько святых мест силы. Мы были в старом городе, мы были в нескольких храмах, в соборах. Мы посещали реку Иордан, где мы смогли окунуться, пройти обряд крещения вместе с сыном. Были выездные экскурсии на Мертвое море, тоже очень понравилось. Все облагорожено, все сделано для людей, тепло, приятно. У нас в Казахстане уже в это время осень, а у нас лето продолжается. Скоро поедем в осень. Лето, настроение хорошее, и вообще настрой на учебный год, на рабочий лад, и ну, вообще на новую жизнь. Приехали сюда лечиться и опять достигли результатов. Это очень радует. С экскурсиями здесь все очень организовано. Когда мы приехали, нас сразу, с нами сразу переговорил Андрей, это экскурсовод центра. Он объяснил, куда мы поедем. Все экскурсии, они сопровождались повествованием, интересными рассказами. Это были и шутки, и интересные истории, и исторические события. То есть мы смогли просто даже вот впитывать эту информацию, сколько можно было, пока не устали. Это была длительная экскурсия, интересная. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле. Детям было хорошо, интересно. То есть даже детки с ограниченными какими-то возможностями, с нетерпением высиживали экскурсию, им было интересно. Но
Что можно говорить о взрослых? Мы просто отдохнули душой. Все очень хорошо организовано. Приятно, на высоком уровне. Итог поездки. Наверное, это совет родителям найти своих врачей, найти своих специалистов, куда можно приезжать с чистым, с открытым сердцем, в надежде, что все получится, и с полной уверенностью, что вы вернетесь домой здоровыми, счастливыми, загоревшими, даже так. Всем здоровья, а этому центру процветания и успехов, чтобы он только развивался и радовал своих подопечных своими возможностями и своими специалистами.